Привет, на связи Big Geek и Жека из Жека. Вы смотрите топ смартфонов 2017 года. Заставоньку в студию. В прошлом году хороших смартфонов было, ну прямо очень много, поэтому правильнее будет их разбить по категориям, но не по ценовым, а по смысловым. Итак, новинка 2017-го — Xiaomi Redmi 5 Plus. Главная инновация 2017-го — не безрамочный экран, и не двойные камеры, и не экраны на 120 Гц. Главное — все это в телефонах за приемлемую стоимость. Именно поэтому Redmi 5 Plus завоевал мое сердце. К сожалению, этого телефона до сих пор нет у нас на руках, но мне кажется, что именно так и должен выглядеть бюджетник в 2018. 6-дюймовый экран в компактном корпусе с соотношением 18 к 9 и нормальные характеристики, хоть и со Snapdragon 625, от которого Xiaomi упорно не хочет избавляться, неплохой дизайн, батарея в 4000 мАч и своя уникальная фишечка, полноценная вспышка возле фронтальной камеры. И все это по очень вкусной цене, которая еще уменьшится. Если у этого смартфона не окажется серьезных проблем, когда он приедет к нам, и мы его пощупаем, то буду готов признать его как минимум одним из лучших смартфонов 2017 года. Хотя есть там и одна вещь, которая удручает — разъем microUSB. Скорее бы он уже просто совсем исчез с рынка. Идем дальше. Оптимальный выбор — OnePlus 5 и OnePlus 5T. Однозначно, это одни из лучших телефонов прошлого года по соотношению цена-качество. Почти чистый Android, а значит безглючность, клевый дизайн, флагманские характеристики и своя уникальная фишка в виде ультрабыстрой зарядки. Что еще надо людям? Кстати, это и есть стратегия компании OnePlus — внедрять флагманские фишки в свои новые телефоны и продавать их дешевле флагманов. В пятерке появилась вторая камера с портретным фокусным расстоянием и портретным режимом. В 5T же ее заменили на черно-белую камеру, и безрамочный экран появился. Вау! Без рамок. С одной стороны, это довольно странное решение, ведь черно-белая камера в телефонах, как мы знаем, практически бесполезна. А с другой стороны, телевичок OnePlus 5 снимал, ну, совсем так себе, а так хотя бы портреты в плохих условиях освещения стали лучше. Так или иначе, любой из этих телефонов — это просто must-have для людей, которые не хотят заморачиваться с выбором. Они просто отличные. Лучший недорогой флагман 2017-го — Xiaomi Mi 6. В адрес Mi 6 можно сказать очень много хорошего. Полный набор флагманских характеристик, целых 6 гигабайт оперативной памяти и двойная камера, которая не выпирает вровень она с корпусом. Но самое главное — это то, что смартфон очень сильно упал в цене и уж теперь точно стоит каждой копейки, потраченной на него. К тому же Xiaomi со своей линейкой флагманов не лезет во всеобщую лопатность, и диагональ в 5,15 дюймов выглядит и чувствуется, ну, очень привлекательно. MIUI недавно обновилась до 9-й версии, а значит стало еще лучше, а значит Mi 6 как минимум стоит рассмотреть к покупке. У смартфона только один серьезный недостаток — это отсутствие разъема для наушников. Но владельцы айфонов привыкли, может привыкнут и владельцы Mi 6. Следующая позиция в нашем топе — это стандарт 2017-го, Galaxy S8 и Note 8. Честно говоря, даже не знал, как назвать эту категорию, а потом вспомнил, что действительно флагманы от Samsung де-факто считаются стандартом в мире флагманов, по крайней мере на андроиде. Galaxy S8 по сути привнес только безрамочный экран и проклятущую кнопку Bixby, а у Note 8 в этом случае есть существенное преимущество в виде двойной камеры и стилуса, уникальной фишечки линейки Note. Так или иначе, оба смартфона очень неплохие. Если Galaxy S8 был скорее таким немножко тестовым образцом, и в нем были некие косяки, например, в виде сканера отпечатка возле камеры, прям возле линзы, то в Note 8 все это поправили. К тому же в этих телефонах просто отличная камера. Честно говоря, до Note 8 я немного недолюбливал Samsung, но этот телефон изменил мое мнение во всем, кроме одного. Оболочка их мне все так же не нравится. К тому же, по большому счету, Samsung
Samsung сегодня такой же бренд, и эти телефоны во многом позиционируются как статусные. При наличии более дешевых, не менее качественных и даже безрамочных смартфонов, сегодня, покупая Samsung, вы скорее платите за бренд даже в большей мере, чем за Apple, потому что у Samsung-то конкурентов больше. А вот Xiaomi лучше! Именно поэтому лучший бюджетный телефон 2017-го — это Xiaomi Mi 5X и Mi A1. Я отлично понимаю, что бюджетный телефон — это разное понятие для разных людей. Однако эти два брата-акробата вобрали в себя все лучшее, что когда-либо делала Xiaomi. Они, к сожалению, не успели стать безрамочными, но в остальном это все, о чем можно мечтать в бюджетнике. Отличный большой экран, двойная камера, хорошая производительность и автономность. Mi A1 отличается от Mi 5X тем, что на нем установлен чистый Android, а так о них особо больше нечего сказать, они просто хороши. Неоднозначность 2017. Google Pixel 2. Вот уж точно смартфон, который собрал вокруг себя просто кучу хайпа. Эталонный Android, который пытается быть лучшим, и гигантские рамки в младшей модели и выгорающий дисплей в большой. Отличная камера, но странный дизайн. Нету двойной камеры, но есть портретный режим. Очень странные телефоны, которые пытаются покорить рынок, но только в Америке, у нас нет. Тем не менее, некоторые вещи у Гугла получились просто отлично. Например, камера, она вот так сходу просто лучшая на рынке. Еще получилась безглючность, что неудивительно. Это все-таки телефон от Google и долгая программная поддержка. Жаль только, что для России ее нет, ведь сжатие, одной из главных фишек пикселя, мы использовать не можем. Лучший дорогой флагман 2017 года. iPhone 10. Все, что я думаю о десятке, я сказал в ее обзоре, который можно посмотреть вот здесь. А вообще, цены на этот телефон немного упали, но все равно остаются просто конскими. Впрочем, это неудивительно, учитывая такой футуристичный опыт взаимодействия с телефоном. Тем не менее, себе десятку я бы взял. Это тот iPhone, который реально хочется иметь после нескольких поколений приевшегося дизайна. И да, пишите в комментариях: «Ой, я была дрочер, у Андроида давно лучше». К сожалению, хорошо, но не лучше. Реально, к сожалению, хотелось бы. И все такие: «Бам, дизлайк!» Попытка выделиться 2017. LG G6. Помимо неплохих идей от Razer и провала года от Essential, все же главная попытка выделиться от компании LG. Отказались от этой своей странной модульности, запилили армейский стандарт защиты смартфона, поставили беспроводную зарядку в одних моделях и отличный аудиопроцессор в других. Еще и свою фишку, широкоугольную вторую камеру, оставили. Но так спешили выпустить флагман, что поставили в него процессор аж 16 года. Вот же незадача. Тем не менее, телефон получился отличный, но, к сожалению, попытка выделиться не удалась. Особо взрывных продаж у него не было. А жаль. Итоги. На самом деле, в этом году не просто много хороших смартфонов, а слишком много смартфонов вообще. С одной стороны, это хорошо, ведь стимулирует конкуренцию. А с другой стороны, хотелось бы увидеть свежак хоть где-то помимо этой сферы. Приставки, компьютеры, ноутбуки, наушники. Во всем этом уже несколько лет нет каких-то взрывных инноваций. А так хотелось бы. Но это я что-то отвлекся от темы. Что же касается телефонов 2017 года, то для 2018 они вполне актуальны, особенно для первой половины года, учитывая, что особо каких-то ультравзрывных фишек, скорее всего, не придумают, а производительность позволит пользоваться этими смартфонами еще как минимум год времени, а то и значительно дольше. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Если это так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Всем удачи и спок! И эти телефоны ортодоксально. Хоть и со Snapdragon 625, о котором...